Он был первым европейцем, который почти полтора века назад причалил к берегам на северо-востоке Новой Гвинеи. То, что вы совершаете, самоубийство. Возьмите хоть оружие. Нет. Чтобы осталась память об этом человеке больше, чем он известен даже по книгам. Когда мы подъехали к берегу, я закричал на языке бонго, который я изучился по дневникам. Я думаю, что австралийские ученые до сих пор пользуются его рисунки, замечания, результаты его анализы. С детства меня постоянно спрашивали, когда же ты поедешь на Новую Гвинею? Я вам откровенно скажу, было легче уже поехать, чем отвечать, почему я туда не еду. Адиниди Генаруэ, я хочу к вам приехать. Мы сейчас отправляемся в самолет и вылетаем на берег Макаев, Папуа, Новая Гвинея. 11 сентября 2017 года из Санкт-Петербурга отправилась экспедиция по следам Николая Миклуха Маклая. Нас встречали как фактически представители с другой планеты. Участникам экспедиции, в состав которой вошли ведущие ученые из Санкт-Петербурга и Москвы, важно было сравнить современный жизненный уклад народов берега Маклая с дневниковыми записями ученых. Топор Кубруса Маклай. И, наконец, вернуть память об этих местах всем, кто когда-то в детстве зачитывался книгами о путешественнике Миклуха Маклая. В Австралии задача была посетить места жизни и научной деятельности ученого. Именно здесь, на зеленом континенте, Миклуха Маклай основал биологическую станцию и обрел семью. Какой стала экспедиция на Новую Гвинею и в Австралию в 21 веке? Что помнят и рассказывают местные жители о Миклуха Маклае, человеке, которому ЮНЕСКО дала звание «Гражданин мира»? Та команда, которая собралась, она выполнила задачу на 100%, я считаю. Еще впереди много трудов, которые она опубликует. Фонд имени Миклуха Маклая представляет документальный фильм «Человек с Луны».